Одинцовские полицейские и член общественного совета при ОМВД по Одинцовскому округу священник Григорий Федотов навестили детей из многодетных и малообеспеченных семей в православном социально-культурном центре при Гребневском храме. Чтобы поздравить ребят с наступающим Новым годом, в центр пришел Дед Мороз. По традиции воспитанники читали ему стихи и исполняли новогодние песни. Полицейский Дед Мороз в игровой форме напомнил об основных правилах безопасности в быту и общественных местах, чтобы в новом году ребята были здоровы и счастливы.